«Мы за чистый город» – с таким лозунгом уральская молодежь вышла на субботник. Студенты СУЗов дружно очищали берег Урала. Ежегодно отдыхающие горожане оставляют там кучу мусора. Вот и приходится студентам в свободное от учебы время еще и убирать за другими. Бибигуль Таужанова тоже побывала на субботнике. «Мы за чистый город». На уборку вышли 250 студентов СУЗов. Эту акцию молодежь проводит уже четвертый год. Студенты даже символично в белых футболках. Они за чистоту. «Мы студенты Уральского гуманитарного колледжа. Мы пришли участвовать в акции «Чистота – залог здоровья». Призываем всех жителей Уральска держать наш город в чистоте. Мы за чистый город. Это место выбрали не случайно. Любители отдыхать на берегу реки хоть отбавляй, вот только убирают за собой единицы. Вот и приходится после их отдыха устраивать такие субботники. И получается, что одни отдыхают, а другие работают. Как вы знаете, в летний период все жители города в жару отдыхают на побережье реки Урал. И, к сожалению, оставляют за собой мусор, твердые бытовые отходы. Данная акция является очисткой берегов реки Урал от твердых бытовых отходов. Ни для кого не секрет, что масштабная уборка на берегу Урала стала уже традиционной. Только, может, уже пора задуматься над тем, как важно беречь природу и перестать сорить. И тогда проведение таких традиционных субботников станет уже ненужным. Бибигуль Таужанова, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.